вечер, уважаемые телезрители. Мы находимся сейчас в специализированном зале для занятий рукопашным видом спорта. Здесь проходит запись первой программы проекта. Это телевизионный проект, где будут воспитанники детско-юношеских спортивных школ Кабардино-Балкарии соревноваться в различных эстафетах. Организовывают эти соревнования совместно Министерство спорта и туризма и курортов Кабардино-Балкарии и филиал Всероссийской вещательной государственной телерадиокомпании ГТРК Кабардино-Балкария. Сегодня главный судья соревнований Хачим Мамхегов, это заместитель министра спорта Кабардино-Балкарии. Со мной комментировать сегодняшние соревнования будет Владимир Курашинов, начальник отдела развития спорта высших достижений. И судьи на площадке — это Заур Балкаров и Адмир Балкаров. Скажите, пожалуйста, Владимир Бетмурзович, вот основные цели и задачи проекта. То есть мы со своей стороны, если освещаем происходящие соревнования, то какие цели и задачи перед собой ставило министерство? Вот пока идут показательные выступления, мы видим ребята из секции, это рукопашники и дзюдоисты, я так понимаю, да? Да. Ну, этот проект рассчитан, откровенно говоря, на целый год. Мы его будем каждый месяц, две команды, две спортивные школы будут соревноваться между собой. Цели — это, конечно, привлечение детей к систематическим занятиям физической культуры и спортом. Цели, самая главная цель — это все-таки, чтобы наши дети приходили больше в спортзалы, чем где-то находились в других местах. Мы сейчас боремся за то, чтобы процент занимающихся систематически физической культурой и спортом был где-то порядка там более 20%, до 30% дошел в республике. Я думаю, что вот эта программа сделает то, что большая часть детей пришли к нам в спортивные залы. И забегая немного вперед, может, расскажем пока зрителям о том, что нас ожидает. У нас 8 основных этапов, и 9-й, он как бы запасной на случай, если у нас будет ничья. То есть я смотрю, тут эстафеты, и тут не только на скорость упражнения. Тут, скажите, пожалуйста, на что ориентировались, когда продумывались этапы, когда продумывались эстафеты, элементы этих эстафет? Дети, которые сегодня будут участвовать в этих эстафетах, они, в принципе, подготовлены, они спортсмены. Но нам еще нужно и посмотреть, насколько у них они подготовлены, их ловкость, физическая готовность, выносливость, скорость, координация движения. Здесь вот командные упражнения, здесь упражнение на выбивание, допустим, оно здесь и командное где-то будет. Поэтому мы хотели проверить все эти качества в деле. И я думаю, что это один из серьезных показателей будет для тренеров, над чем дальше работать. Ну что, показательные выступления подходят к концу, и мы уже приближаемся к моменту, когда начнутся непосредственно сами соревнования. Я думаю, судьи будут работать по команде уже главного судьи соревнований. Пожелаем всем удачи и, как говорится, все на старт! Ну а в показательных выступлениях хотел бы отметить, что помимо участников, в смысле школы единоборств и дзюдо, принимает участие и Дом детского творчества, секция художественной гимнастики. Эти девочки, в принципе, участвуют почти во всех мероприятиях, проводимые нами в пределах республики. Они работают, я вот смотрю, с различными снарядами. Только что были обручи, вот они ленточки тоже в сторону отложили. И булава называется, да, это следующее? Да, булава именно. Но вы знаете, что мы им дали всего-навсего 3-4 минуты, а если бы мы им дали побольше времени, они показали бы. Я их видел в деле, смотрел на соревнованиях, очень подготовлены. И, честно говоря, этот вид спорта нужно серьезно, серьезно развивать. Потенциал есть у республики? Потенциал есть у республики, да. Ну что ж, приступим, так сказать, к комментированию уже самих соревнований. Ребята потихонечку садятся по своим местам, команды выстраиваются на стартовых позициях. Внимание! Итак, старт! У нас произошел фальстарт. Фальстарт произошел, да, ничего, такое ничего бывает. Бывает в этих соревнованиях. Ждем свистка судьи на поле, судьи в зале. Итак, вот он, свисток. Сейчас у нас проходит эстафета «Ловкий футболист», да? Да. Мальчики ведут мяч ногами, а девочки, соответственно, будут вести руками, да, по полу. Облегчена немного. Да, немножко облегчена. Ну, я смотрю, довольно ловко ребята орудуют мячом, несмотря на то, что они занимаются совсем другим видом спорта. Да, это мы как раз это и преследуем, чтобы они могли владеть любым видом спорта, который у нас практикуется. Развиваются, да. Ребята конечно, разносторонние. Помимо тех видов спорта, которыми они занимаются основной, они, конечно, занимаются, это общая физическая подготовка.
Там посещение тренажерного зала, там занятия. Да, у нас тренажерный зал, естественно. Вот. Ага, вот произошел выкат мяча, это за пределы коридора эстафеты. И в этом случае можно взять мяч в руки и вернуться в коридор для выполнения задания. Вот девочки пошли. Ну скажу вам, тоже не так просто. Это ведь надо находиться, да. Видите как? Падение у команды. Довольно, еще падение на финише. С кувырком даже. Вот, она потеряла время. Так, и команда вырвалась вперед уже одна. У нас рукопашники две команды, получается, вперед. Рукопашники и дзюдоисты. Да. Рукопашники вырвались вперед, действительно, пока. Ну, ошибка, одна ошибка, вот к чему приводит. Пытаются наверстать упущенное дзюдоисты, но что-то пока не получается. Команда рукопашников уже закончила выполнение эстафеты. Итак, закончилась первая эстафета. Со счетом 1-0 повела команда ДСШ по рукопашному бою. 1-0. То есть за каждую победу присуждается 1 балл. 1 балл присуждается. И это вот как раз ситуация, о которой мы говорили. Если в ходе 8 эстафет будет ничья, то 9 на всякий случай. Следующая эстафета. 6 прыжков девочки. Кувырки вперед, мальчики. Ну, пока готовят снаряды, мы немного расскажем, что будет происходить. Участницы каждой команды, они выстроятся в колонну, соответственно. Да. И 10 метров от линии старта. То есть, я так понимаю, вы не просто придумали какие-то эстафеты. Каждая из них направлена на развитие чего-то, каких-то определенных, я не знаю, способностей, умений. Ну да, конечно. Здесь, во-первых, для того, чтобы, допустим, воспитать от того или иного спортсмена в том или ином виде спорта, он должен владеть, ну, быть гибким, быть ловким. А все эти упражнения, которые мы сейчас подбираем, мы их и хотим показать и тем, кто нас сегодня смотрит, чтобы они видели, что нужно делать для того, чтобы развивать ловкость, гибкость, выносливость, скорость. Вот такие качества мы стараемся привить. Это каждый новый эстафет и каждое новое мероприятие будем дополнять другими эстафетами, чтобы те люди, которые будут, те, которые хотят заниматься у себя на местах, я думаю, что могут взять. Взять эстафеты просто как бы все на вооружение. На вооружение, да. Так скажем, по-военному. Звучит свисток. Итак, дан старт. Девушки, ну, хорошую скорость развили. Тут действительно. Они должны 6 прыжков сделать. По 3 прыжка это решили. То есть неважно, подряд они их сделают или разобьют. Так же? Да. Главное выдержать количество. И вновь рукопашники на долю секунды, но вырываются вперед. А следующая участница уже с обручем. Следующая участница прыжки в обручи. Девочке надо прыгать 6 прыжков. Запуталась девушка из команды дзюдоистов. И опять же потеряла время команда. Мальчики, ребята, видите, они более посмотрите, такое посмотрите, серьезное. Как смотрите, как выполняют прыжки, кувырки дзюдоисты, рукопашники. Тут своя технология. Да, здесь, конечно, кто более техничный. Очень, принципе, посмотрите, даже без рук парень приземляется. Владеют сразу на спину. И те. На финише обязательно нужно дотронуться до, как бы скажем, финальной точки. Мы, между прочим, видим разную технику исполнения этих кувырков. Да, конечно, кто-то... Каждый как бы приноровился по-своему. Даже лишний кувырок сделал участник команды рукопашников. И что у нас получается? Ну, вроде как... Итак, следующую эстафету выиграла команда рукопашников. Счет становится 2-0. Дзюдоисты подтянутся. Болельщики, поддержите свои команды. Поддержите повеселее. Выстроились болельщики вот с фронтальной стороны. Мы, в принципе, можем рассказать, что будет проходить. Одна скакалка и две фишки. То есть фишки, это имеется в виду финальные точки, чтобы каждый знал, докуда добежать. По сигналу судьи участники начинают выполнять перепрыгивание через скакалку. То есть он прыгает через скакалку. Продвигается бегом через скакалку. Здесь как раз и ловкость. Но что интересно, второй игрок начинает эстафету с бега и возвращается уже со скакалкой. Таким образом, скакалка путешествует туда и обратно. Свисток на старт. И побежали. Болельщики, поддержим команды. Активнее поддержим команды.
Я смотрю, ребята не теряют скорость, даже когда со скакалкой бегут. Они одинаково быстро бегут и с ней, и без нее. По многим видам спорта эта скакалка принята как одно из хороших упражнений. Да, оно дает прыгучесть, ловкость. Скакалка, она, не говоря о том, что не только девочкам, на она и мальчикам очень полезна. Дыхание влияет, да, наверное, конечно, да? Конечно. Добегаем до конца. А в случае каких-то штрафных баллов, что происходит? Если будут штрафные баллы, если судьи покажут, что были штрафные баллы, мы будем сразу снимать очки. Ага, то есть да. Жестко. Победу отдаем другой команде. И вот сейчас я уже немного запутался, даже какая команда вырвалась вперед, но одна из команд идет с явным преимуществом. В одного игрока, я бы даже сказал. Ах, немного запутался дзюдоист. И что, вновь рукопашники у нас победили, как я понимаю? Или... Внимание. По-моему, у судьи есть что сказать. Судьи, подойдите, пожалуйста. Возможно, были какие-то нарушения? Да, может быть, было. Все нормально, третий, да? Итак, по мнениям судей, третью подряд победу одержала команда рукопашника. Молодцы. Дзюдоисты, собраться. Следующую эстафету вы должны выиграть. Так, следующая эстафета у нас эстафета переправа. Так называемая переправа. Ну, как мы поняли, нарушений никаких не было. Это всего лишь оказались наши предрассудки и домыслы. Да. Готовимся к следующему. Следующая эстафета, да. Она будет заключаться в том, чтобы, допустим, один добегает до обруча, возвращается с обручем, в него входят вдвоем прибегают, и вот по одному переправляет на эту сторону. То есть такая работа в команде, да, с цепью. Это уже работа. Нужно ребятам сразу сориентироваться, как они будут себя вести. Зрителям не видно, но на улице идет сильнейший снегопад, обильный. Из наших окон это видно, с наших комментаторских мест, так скажем. Вот. И в зале, в принципе, довольно жарко, несмотря на зимнюю погоду, потому что атмосфера царит спортивная, накал страстей. А мы, тем не менее, готовы начинать. Да, вот следующая эстафета, начинается переправа. Здесь, я думаю, не очень просто будет выиграть тем же рукопашникам. Эта эстафета надо обязательно переправить. Ну смотрите, без проблем ребята справляются, да. Они прям в одной сцепке бегут так, как будто всю жизнь только этим занимались. Посмотрите, как ловко девушка из команды рукопашников осталась на финальной точке. Следите, пожалуйста, судьи, у рукопашников там нарушение второе, я уже обратил внимание. То есть получается как, это вся команда переправится сюда и затем обратно? Да, они должны, да, перевести всю команду сюда, перевести. Как? Ребята прям выпадают из обручей. Да, они вы. А вот тут нет нарушения. Нет, они вот нет, он имеет право выскакивать, да? Да, выпрыгивать, выскакивать, но только не до фишки. Остается по одному участнику в каждой команде. С небольшим отрывом идут рукопашники. Замешкались немного на финише дзюдоисты. И вот опять. Ну что ты будешь делать? Посмотри. Буквально какие-то доли секунды. Но судьи, тут... пожалуйста, ко мне. Подойдите к главной судейской коллегии, пожалуйста. Как нам сообщили судьи, которые работают на площадке, у нас... Рукопашники допустили 4 нарушения. Дзюдоисты допустили 1 нарушение. В связи с этим передается победа дзюдоистам. Счет становится 3-1. Просьба выполнять четко и правильно все упражнения. То есть у нас произошло следующее. В связи с нарушениями в команде рукопашников у них были сняты очки. И победа, которая у них практически была в кармане, ушла от них. Итак, следующая эстафета, встречная эстафета. Победа была, конечно, у них, но в кармане. Выполнить грязно и правила победу, есть, да, правила. Есть правила, есть правила. Да, у нас здесь жестко за этим отслеживаем. Ну, спорт должен быть справедливым на самом деле.
Ну вот сейчас подготовка идет к встречной эстафете. Эстафета встречная – это передача эстафеты мяча следующему игроку, чтобы одна команда, которая находится с нашей стороны, перешла на ту команду, на ту сторону. Другая команда перешла на эту сторону. То есть, в принципе, команды могут и в какой-то момент запутаться. Скажите, вот ребята как-то, они предварительно готовились к этим эстафетам, или это впервые они вот... Нет. Какое время им было дано на подготовку? Мы где-то дали месяц на подготовку. В течение месяца эти они опробовали у себя в спортивных залах, пробовали, занимались. Нам просто так собрать их и провести эту эстафету никакого смысла не было. Нам нужно было, чтобы они целенаправленно готовились и хотели этим заняться. Можно. Раздался свисток. Итак, эстафета. Встречная эстафета, передают мячик. Это в основном скорость. Болельщики, поддержим команду. Конечно, будет очень обидно, если произойдет утеря мяча в этой ситуации, когда скорость уже идет по нарастающей, и вдруг будет утерян снаряд. Но пока такого не произошло. Здесь только скорость. В чем-то замешкались рукопашники. Мы не успели глазом моргнуть, как они уже все сделали. Заминка, наверное, надо дождаться. Судьи, у вас есть? Решение судей нам нужно. Решение судей, работающих на площадке. А я напомню, что на площадке у нас работают Заур Балкаров и Адмир Балкаров. По решению судей опять нарушение со стороны рукопашника произошло. Победа передается дзюдоистам. Счет становится 3-2. Повнимательнее. Все ошибки учитываются. Повнимательнее делаем. Ну, на самом деле, ребята, конечно, недовольны, но правило есть правило. Ничего не поделать. Следующая подвижная игра — выбивное. Дзюдоисты выбивают рукопашников первые. Вот здесь как раз будут проявляться другие качества команд. Вот в этом как раз и будет ловкость, особенно ловкость. Здесь глазомер, ловкость, надо попасть в игрока, надо спрятаться, как уклониться от удара мячом. То есть целый комплекс качеств нужен участнику для того, чтобы это оказаться... Это настолько эмоционально, настолько оно интересно, эта игра, и полезна для любого вида спорта. Почему? Потому что вы сейчас увидите, сколько прыжков, сколько... уклонений, сколько всего борьбы в этом будет. И это эстафета, в которой команды напрямую соревнуются друг с другом. Теперь они стоят друг напротив друга и, собственно говоря... Внимание! Игра заключается в том, чтобы в течение одной минуты команда, которая стоит за пределами этого, выбила следующую команду. Одна минута на выбивание. Судим приступить. Итак, у нас рукопашники стоят на помосте. Дзюдоисты готовятся к тому, чтобы выбивать своих соперников, так сказать. То есть ребята будут перебегать туда-обратно? Да, они будут перебегать, а у нас время берется. Все, началось. Один выбил. Выбивший, сразу уходим. Один выбил, ты. Ловко уворачиваются. Ловко уворачиваются спортсмены. Вот они. Вторая выбита. Третья. Друг. Все, в кого попали, надо выходить. Очень. Смотрите. Остается три человека. Вот вне, на них будет охота со всех сторон. Потому что мяч, который улетел, за ним приходится и бежать. И это теряется время на этом. Да. Как бы учитывается время, за которое выбьется вся команда. И время... А тут, смотрите, они могут прибегнуть к хитрости. Они могут двумя мячами... Конечно, сразу. Поймать одного спортсмена в такую вилку. Мы им тоже подсказывали эти вещи. Но пока они этим не воспользовались. Мячами... Посмотрите, девушка. Опа, вот сейчас она продержалась довольно долго. Больше всех девушка продержалась из команды рукопашников. Выбит еще один участник. Остался последний. Последний участник команды рукопашников. На него началась прямо охота. Остался последний участник. На него охота, посмотрите. И время закончилось. Время закончилось, и он остался. Время закончилось. Семь участников были выбиты. Один остался на помосте. Да, один остался на помосте. Вот вам ориентир.
Вот результат, на который нужно теперь смотреть, да, команде дзюдоистов, команде и дзюдоистов его превзойти, да, им нужно. Да, нужно всех выбить. Вам для того, чтобы победить, ребята, нужно выбить всех, поэтому повнимательнее. Дзюдоисты в красных футболках, команда рукопашников в белых футболках. Ну вот у нас только одна участница со стороны дзюдоистов, она в белой футболке. Свисток был дан, но пока не стартуем. С каждой стороны стоит по 5 участников. И ребята как-то ловко разделились. Они оставляют одного или двух участников для того, чтобы ловить мяч, если он ушел за пределы. Подносить, да, быстрее, чтобы да. Время экономить. Время, во-первых, экономит. Во-вторых, вероятность больше, что выбить можно. Итак, свисток. Итак, началось. Уже двое участников выбиты первым же броском мяча. На самом деле очень азартная интересно, эстафета. Смогут ли выбить всех? Ну, и двоих участников опять есть. Же, вы посмотрите. Четверо осталось. А еще время. Мячи летают много. Как ядра. Есть, нету. Никак, смотрите. Ребята, выбит еще один участник. Так, трое. Еще, трое. Даже двое попаданием, рикошетом. Рикошет считается? Рикошет не считается, да? Первый удар. Осталось двое. А время идет. Остался последний участник. Внимательно. У него самая сложная задача, но двойным попаданием его выбили рукопашники. Внимание. Очередную победу одержала команда рукопашного боя. Сейчас мы сыграли без ошибочно. Следующая эстафета лазания по канату. Из каждой команды выбираем 4 лучших спортсмена, самых сильных. Они принимают участие в данной эстафете. То есть это сейчас будет подвешиваться канат? А, канаты уже висят у нас. Канаты готовы? Да. Для болельщиков эта эстафета заключается в том, чтобы каждый из 4 участников поднялся до определенной отметки. Время берется по первому началу и по последнему заканчивается. Лучшее время у кого будет, та команда и победила. Подниматься можно с помощью ног и без помощи. Страховку поставьте, пожалуйста. Ну, страховка в таких делах обязательно, конечно. Ну, то есть подобные упражнения ребятам приходится выполнять и на тренировках, я так понимаю, так же? Да. Конечно, эти упражнения – это один из основных видов для того, чтобы этот… Смотрите, как весело потирает руки участник из команды рукопашников. Ну, мы их так сегодня называем – рукопашники, дзюдоисты. Ну, да, это… Как бы так принято, а так, конечно, это секция рукопашного боя секция дзюдо. И там у нас очень хорошие результаты, есть выдающиеся спортсмены. Но мы сегодня говорим о другом. Для нас самое главное сегодня, чтобы вот эти дети заразились этим видом спорта, хотели заниматься не только дзюдо, не только занимались, вообще вели здоровый образ жизни. Смотрите, как происходит. Вот, смотрите, теперь... Снизу страхуют канат, чтобы он меньше раскачивался. Да, вы посмотрите. Да, да. В этом тоже есть какая-то такая хитрость. Отметка явно видна. Да. Участнику, который внизу страхует трос... Нужно успеть его перехватывать. То есть тут ситуация, когда вторая команда, она видит, с какой скоростью им нужно преодолеть уже все. На какое время рассчитываться. Да, на какое время самое главное, на что ориентироваться. Да, да. Мне кажется, даже первый участник... Он залез до самой верхней отметки, хотя и не надо было до нее залазить. Да. Он как бы был настолько в азарте. Итак, нам сейчас скажут время. Мы его пока объявлять не будем, пока не услышим второй результат. Время команды 53 секунды.
И вот закончило выступление команда дзюдоистов. Ну, поскольку они так... Ну, кто-то уже радуется, видимо... Сколько? 50 секунд. Теперь мы можем сказать о результатах. Результат рукопашников был 53 секунды 28 миллисекунд. А дзюдоисты справились за 50 секунд ровно. Итак, очередную эстафету с результатом 50 секунд выиграла команда дзюдоистов. Счет становится 4-3. Следующий конкурс – конкурс капитанов. Или команда победит рукопашников, или окажется ничья. И будет нужна финальная эстафета. Дополнительная эстафета. А в чем заключается конкурс капитанов? Что они должны конкурс сделать? Конкурс капитанов заключается в том, чтобы кто больше подтянется на турнике. Вот оно что. То есть может показаться, что это только силовое упражнение. Но на самом деле тут мало кто знает. Важно правильно рассчитать силы. Конечно, конечно. Во-первых, тут тоже можно применять какие-то тактические особенности. Мы даем не больше 30 секунд. В течение 30 секунд количество поднятия. Вот в чем подвох. 30 секунд дается только на выполнение этого упражнения. Наверное, оценивается и то, насколько правильно подтягивается. Да, конечно, да. Вот сейчас может получиться интрига. Если у нас счет 4-3, и после этого конкурса капитанов счет станет 4-4, нужна будет еще и финальная эстафета, чтобы понять, кто же все-таки сегодня победил. Сейчас посмотрим, кто из них сильнее. Да, и команды выстроились. Конкурс капитанов начал. Судья на площадке ждет команды. Капитаны готовы. Капитан дзюдоистов Салих Фиапшев. Капитан называется Салих Фиапшев. Это команда дзюдоистов. Готовится к выполнению упражнения. Ребята вслух считают. Судья следит за правильностью выполнения упражнения. Да, здесь тоже раскачка нельзя, толчков нельзя, надо... Если за счет сил. Подбородок. Подбадривают. А какой норматив вообще должен выполнять? Какой норматив должны выполнять ребята? Здесь определенно такого нет, но я думаю, что больше 10 раз они уже должны подтягиваться легко. Ну вот до 14 дошел капитан команды дзюдо. Собирает силы, аккумулирует. Будет ли 15-й? Есть 15-й. 15 подтягиваний. Ну что ж, молодец. И следующий Мурат Ширдиев, капитан команды секции рукопашного боя. Мурат Ширдиев подходит к тому же снаряду. Перекладина. Также вытирает руки, чтобы не скользили ладони. Так, ну видно, этот... Очень уверенно начал человек выполнять упражнение. Раскачиваться, видимо, нельзя. Хором считают дети. 9. Я представляю, какая мера ответственности сейчас на плечах у капитанов. Насколько они напряжены. И остается ему одно подтягивание до победы. И это победа. Это будет победа, если сейчас он подтянется. Вот эта реакция говорит нам о том, что сегодня... Итак, очередную победу одержал капитан команды рукопашников. Общий счет 5-3. Сегодня победили рукопашники. Секция рукопашного боя со счетом 5-3 одерживает победу.